татушки, три тата, три татушки, три тата. Три татушки, три тата, три татушки, три тата. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такой у нас сейчас пердемонокль. Жарковато. Это родственники бармалея и масяни. Вот. Они у нас уже 2 недели. Мама погибла, было 4, одну девочку пристроили в частный зоопарк, и вот 3 вот этих счастья разносят вот этот вольер. Вот так, слева направо, Бандерас, Ракша и Торин Дубощит. А там, естественно, Олли. Там все-таки Арха сделал ситку доминирования на Иха. Видите? Ты постой, я принесу им воды и мальчиков тут разгоню. Угу. Разгонишь ты этих мальчиков. Бандерас. И тут же с ними тусит наш Лео. Лео, кто такой грустный? А? Дорогие друзья, спасибо огромное за поздравления. Вы извините, пожалуйста, вчера не выкладывали. Вот, видите? Видите? Фу! Не фу, а еще учить языкам, Веронику. Вчера не получилось снять видео. Мы тут я ездил в московский центр кардиологии, институт кардиологии имени Петровского. Пока никого не выпускает. Вот там оперирует моя однокашница. Да? Странно прозвучало? Однокашница. Ирина Алексеевна Боева. Она когда-то давным-давно тому назад, годы нашей молодости, училась со мной вместе на курсе у нашего мастера Виктора Ивановича Зыкова. И пела она в Большом театре. У нее обалденный контральто. Ее к нам, так сказать, рекомендовали учиться актерскому мастерству. Так. Это вот тут уже это начинает. Что ты? А, ты мстишь, да, за все. И вот она однажды попала в аварию и сломала себе мизинец на руке. Потому что держалась за ручку переключения передач. Пальцы у нее стал болеть. Даже после того, как все зажило, все прошло замечательно. И она замучила весь свет московской медицины, потом бросила сцену, поступила в медицинский, закончила его и начала работать хирургом. Сейчас она уже защитила кандидатскую диссертацию. Ну, в общем, мы вчера встретились с ней первый раз за 18-19 лет. Ну, поддерживали отношения в WhatsApp, там, вот, выяснилось экспериментальным путем на ЭКХ, как она там называется, что у меня
врожденный порок артального клапана. У всех людей три створки в клапане, у меня две. И стеноз критический на этом самом, на клапане, это налипание кальциевых бляшек. И, в общем, с понедельника начинаем новую жизнь, начинаем готовиться к операции санирования ротовой полости зубов, сдача там 16 пунктов анализов, включая, вот видите, что зараза делает мелкая, включая всяческие эти самые кишку, короче, глотать, проверять там желудок, всю фигню, на ПРЦ-тесты там и анализы на ВИЧ, и на, ну, на все заболевания. Вот. В общем, вот так. Когда будет, это еще, скажем так, не очень известно. Так, что там у нас произошло? А, там от гнева грызем веточку. Вот. У нас проблемы у арха начались. В плане том, что у него очень неправильно разбиваются рога. Сейчас покажу. Вот у него рога арха. О, ну что ты их? Арх, иди сюда. Вот видите, у него рога. Они начали вот так выросли и вот начали загибаться в обратную сторону, то есть расти в голову. И это надо решать очень срочно. Если вот у Иха, видите, вот, то у этого они вот вышли и вот так вот начали в обратную сторону. А это надо прекращать. Вот. Так что надо срочно принимать решение, как ему эти рога исправить. Ладно, друзья, пойдем дальше всех кормить. Эти вот купили сегодня ящик огурцов. Сейчас отдадим. Морда противная. Ладно. Спасибо вам, что пишете, спасибо, что следите за нами. Спасибо огромнейшее. А он там, Бармалей, бегает.